В рамках проводимого в нашей стране по инициативе президента Ильхама Алиева политического диалога заведующий отделом администрации президента по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалет Валиев встретился с председателем Белой партии Туралом Аббаслы. На встрече заведующий отделом Адалет Валиев подчеркнул, что проводимые главой государством системные реформы охватывают все сферы. Отмечалось, что развивающаяся культура политического диалога между действующими в нашей стране партиями и властью и между партиями внесет большой вклад в укрепление нашего государства и благосостояние нашего народа. Подчеркнута важность продолжения политического диалога между властью и оппозицией в новых форматах и оценки новых предложений в этой связи.